Итак, я приветствую всех, дорогие друзья, с вами снова Тямыч, это Римская экспедиция. Итак, как вы видите, очень долгий путь прошла наша римская экспедиция, наши три стека. Кстати, чуть-чуть немного еще подбежал сейчас избранный, да, гонораты со Сраены. Со своими тоже, наконец-таки, выбрался он из вот этой вот фигни, да, который нам устраивал Илдхиз, да. Франский лазутчик с тучаром. Так, и надо бы потихоньку его сейчас тоже к нашим выдвигать. Ну, лишь бы на него на самого не напали. Но на самом деле это не так уж и страшно. Потому что наши три стека, они просто несокрушимы уже. Я не знаю, что заставит нас... Чтобы кто-нибудь нас разбил. Такое, в принципе, исключено. И да, мы уже полномерно потихоньку подходим уже к Парижу. К столице франков. А ну-ка, дайте-ка посмотрим на этого ублюдка Фрумора, да, 50 лет. Он уже бедненький, уже боится там, засел, понимаете, в своей столице. А от франков-то не так уж и много осталось, по сути своей, чё. Париж сейчас захватим, да? Австразия, Бургундия и Аквитания, все. И остались у нас Бургунды, да? Регион Арверна и все. А все остальное принадлежит нам и Римской империи. Кстати, с Византией у нас нормальные стали отношения, все, 52-62, но почему-то все равно мы не сможем с ними говорить. Ну, по крайней мере, мы улучшили отношения с ними, и, значит, все. Ничего страшного не произойдет. Так, подкрепух нам, интересно, не прислали еще, нет? Да, все тихо, спокойно, то есть у нас из сторонних фракций только вот эти свебы, адекватные челы, да, с которыми можно общаться по-нормальному. Ну и гуд. Так, ну что, ждем гостей, ребят. Сейчас очень скоро мы придем уже к Парижу, ждите нас в гости, ребятки. Велисарий идет полный вперед делает. Все, наконец-таки перестали нас терроризировать агентами франки, это очень хорошо. О. Да, и осаду Парижа надо, само собой, сейчас тоже показать, потому что это же сам Париж, как-никак. Так, кто там опять помер у нас? Что-то у нас начали помирать прям вообще. На раз-два народ. Так, давайте кого-нибудь, кто с маленькими амбициями. Так, опять там замаскированный агент. Ну, это, я думаю, ничего страшного. Так, ну что, выходим. Выходим на Париж, друзья. Ну, хотя тут и так понятно. Так, а в самом Париже что у нас тут? А, тут и гарнизон-то нет, да, по сути своей. Возвращаем, конечно же. Блин, хотел я эпичную битву за Париж показать, но тут, блин, даже у них... Они настолько бомжи, что у них даже вот и этого нет. У них даже нет и этого. Так, ну тогда потихоньку выходим к Римору. У них нету даже в Париже войск поддержки, да, гарнизона. Даже такого у них нет. Бомжи, блин. Так, выходим пока что потихонечку. Так, тут нас, конечно, могут перехватить вот эти ребятки, к примеру, да? И устроить нам плохо, но опять же... В принципе, есть шанс отбиться. В случае чего. Так. Давайте пока постоянный лагерь строить. Надеюсь, избранные это все переживут нормально. И на самом деле... А, ну да.
Так, ну что, ребятки. Да, сейчас, наверное, по избранным мы будем плакаться. Потому что, блин, ну, слишком много войск на нас сейчас нападет сразу. Ну, а ничего, зато... А, ну мы можем убежать, да? Если чё. Fall back. Gathering supplies. Все равно, суки, достали, да? Все равно нас гаденыши достали. Ну ладно, чё. Давайте избранные вас запомнят героями. Амонин из Бостры будет командовать. Отступать нам некуда. Опять превосходящие силы противника. Битва с Туронорум, 551 год нашей эры. Попробуем отбиться. Опять эти спамы из Сакро-Франциски уже. Сколько можно, ребят. Так, кстати, очень такая, знаете, судя по миникарте, интересная сейчас местность будет. А, ну горная, опять же, да. Так, надо, значит, подальше нам отойти, потому что, блин, сейчас ребята с возвышенности пойдут. Так, хотя, стоп. Так, интересно, с какой именно они стороны пойдут? Тут, типа, такой пароход-перевальчик есть, да, вот этот вот, как я понял. Так, ну они могут и через эти, через леса пойти. Через леса их хер увидишь, да? Так. Хм, какая-то здесь, знаете, очень интересная местность. Я обычно такую... Извините. Местность вообще вижу редко довольно-таки, да, в Total War. Она прям такая, знаете, разнообразная, блин, тут горы. Войскам, конечно, будет вражеским крайне, наверное, неудобно идти, да. Да, смотрите, действительно, прям как такое ощущение, как будто я в Total War арену зашел. Такая разнообразная местность. Так, что тогда будем делать? Так, красная линия. Знаете, что можно сделать? Можно попробовать забраться наверх, если это, конечно, возможно. И где-нибудь тут, например, соорудить... А, ну тут опять же, блин, тут... Они как раз сейчас с этой стороны пойдут. Я думал, это край. Так, то есть они, короче, вот в любом этом отсюда, да? То есть они, получается, пойдут вот так вот. Так. Не, местность, конечно, им удобна. Они, блин, могут сейчас сверху нас обстреливать. Что не есть гуд. Поэтому опять лучше не вымахиваться, а отвести их, блин, подальше вот сюда нафиг. К красной линии и все. И не париться. А то сейчас опять что-то будем выдумывать, блин. И до добра это все нас не доведет. Да, коробочка против ей просто работает отменно вообще. Да, полный дефенд. Так, этих ребят можно вообще в лесу спрятать, скутатов. Так, полководца тоже в лесу спрячем. Так, и фундитуры. Можем даже пошире сделать. Вот так вот, к примеру. Так, ну как-то так, короче.
Так, все, ждем гостей, короче говоря, ждем гостей. Такую небольшую засадку в лесочках устроим. Такс, интересно, с каких сторон они пойдут. Блин, ну, кстати, я опять же еще раз говорю. Враг получил подкрепление. Ага, с этой стороны сейчас пойдут. Нетипичная местность вообще для Рима 2 и для Аттилы. Обычно тут либо, не знаю, какие-то обычные равнины, а тут прям такой весь рельеф изрезанный, да? Камни тут всякие. Вот мультиплеерные битвы на ней было бы неплохо проводить. Чтобы, например, там воспользоваться местностью, там занять все высоты, обстреливать там сверху. Так, вот не идут уже, вижу. Первые снус-мумрики идут. Германские пикинеры, понятно. Сейчас, наверное, отсюда пойдут. В принципе, можно было бы... Вот, да, вот тут вот тоже вот этот вот... Вот этот вот проход узкий. Но тут, опять же, и тут коробку делать тоже не вариант, потому что могут своих лучников бы сверху поставить, и все, тогда мы тут у них как на ладони. Поэтому правильно, пусть выходит с вершины вот сюда вот. И там уже что-то можно будет уже делать, смотреть. Она в любом случае, ждем гостей, ждем гостей. Так, они же опять, они сейчас пойдут. Будут они, интересно, в горы забираться или нет. Давайте прочекаем. Они что-то все вот с этой стороны идут. Мечники, Сакра Франциска, наша любимая, опять же. Так, пошли, поперли. Так, могут сейчас на нашу засаду нарваться, да? Было бы, кстати, неплохо, если бы нарвались. Короче, идут все с этой стороны, да, получается? Угу. А, ну и плюс еще вот ребятки вот как раз сверху еще идут. Так, знаете, что? Так, давайте мы тогда пехов переставим куда-нибудь в другое место. Куда-нибудь вот сюда, что ли. И если что, там выбегут. Самое главное, ребят, не палить. А тут, если что, конница задержит наши, да, гипотаксаты. Так, канагры у них. Вот мне что не нравится, анагры. Так, с ребятки, знаете что? Ну-ка, давайте-ка вы перекатитесь. Как-нибудь, не знаю, как вас поставить-то, блин. Anyone who drapes formation. Так, давайте вот так вот. А, твою мать, стоп. Да, в обычный режим становитесь, ребят. Так, и, блин, нашу булочку мы сделаем вот так вот. Сейчас забавно это посмотреть. Только быстрее, я вас прошу, быстрее. Как можно быстрее, они уже подобрались. Давайте, ребят, давайте. Так, хотя эти козлины сейчас могут, блин, наверх пойти.
Сверху обстрел попробовать начать вести. Так, полководец, я смотрю. Вражеский. Тут как тут на месте. Так, ну что, под обстрел кто-нибудь попадет? Нет. Обстрел ведем. Они нас спалили уже, да? Дайте быстрее, поровнее, ребят. Проклятие! Нашу засаду раскрыли! Нам устроили засаду! Засада! Берегись! Давайте, давайте, давайте. Сражайтесь пока, сражайтесь. Вы как стали, дебилы, бля, а? Бля, ну дебилы, блин, вы зачем жопой к противникам встали, твою ж мать, блин. О боже мой. Бля, ой, блин, какой позор, блин, а. Сука, идиоты, блин. Я в ахере, блин. Вы нахера так встали раком-то, блин, а? Идиоты, блин! Наши люди сломлены, они бегут! Гребаные дебилы, блин, говно, параша! Я в шоке. Так, ладно, вы, ребят, будете смертниками у нас. О боже, это вот, блин, из-за одной мелочи просто, вы представляете? Из-за одной хреновни, блин, все. Все пошло сразу по жопе, блин. Да, блин. Чё ж я не заметил-то, блин, а, что вы жопой-то встали, блин, к противнику. Да уж. Вот тут действительно, знаете, фраза «какой позор», вот она прям вообще, она обо всем говорит уже, все, да. Прорядили как, а? Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Стоим еще, стоим. Блин, да... Так, все, нас до красной линии дожали, сучки. Куда вы попёрли, дебилы? Люди сломлены и пытаются спастись бегством. О боже мой. Да, как... Это действительно какой нахер позор, а? Это, блин, позор так позор. Позор так позор. Наши войны собрались с духом. Продолжай, блин, я рад за них, вообще, серьезно рад. Если бы они еще не были такими, блин, идиотами, которые, блин, жопой, прикиньте, жопой встают к своему противнику, блин, а? Не, знаете, значит, эта армия просто должна погибнуть вообще прям, ну... Раз они жопой встают к противнику, это чё, это где такое видно вообще, блин? Сука, жопой встают к противнику, твою мать! Сражайтесь, проклятые трусы! Не, вообще, у меня моему возмущению нет предела, блин, жопой встать к противнику, а, прям задом, блин. Ну, понятно все, конечно, понятно.
Франский полководец пошел. О боже мой. Какой позор. Они собирают людей для нового удара. Вперед, вперед, вперед. Наши войны бегут, прусы! Так, как тебя зовут? Я так и назову эту серию. Аммониан любит сзади. Да, да. Любит сзади. Просто обожает. Подыхай уже, а. Я, блин, это позор всей римской армии. Просто, блин, вообще просто... Нет слов. Нафсейд. Возьмите меня, семеро, твою мать. О, господи. Наши люди бегут, спасая свою жизнь. Горе нам! Враги убили полководца! Да и правильно этого, блин, заднеприводного ублюдка, блин, который... Который приказал жопой вставать к противнику, блин. Что это за вообще? Что это за... Я не знаю, что. Понятно, что разобьют, блин, нас. Но что самое забавное, пехтуру мы почти вынесли у них, тем не менее. Люди даже при таком бездарном полководце. У нас не осталось надежды. Врагов... Да, это походу самое позорное. Ой, блин, в жопу. Они просто стали задом. Шикарным. Шикарным. Аммониан, блин. Не надо быть таким заднеприводным. Тем не менее, мы их покоцали. Немного. Покоцали. Самую малость. Тем не менее, наш легион еще цел, вот этот вот третий. Поэтому сейчас надо резко воссоединяться со своими братюнями, но если нам, конечно, позволят это сделать. Но нам, скорее всего, не позволят это сделать, хотя можно попробовать по-быстрому на Туранорум пойти. Жесть, просто жесть. Короче, да, надо глаз да глаз за ними смотреть, блин, за этими ребятками. Глаз да глаз нужно, реально, глаз да глаз. Вот не увидел я при перестроении, что они жопой встали к противнику. Все. Доминиан из Азии живой, я рад за тебя. О боже мой. Так, наемников тоже ни хрена нет. Ну что, переть нам надо? Переть отсюда. До Турноаморума, например. Ну, все, короче, Гонора, ты, по-моему, все, сейчас ты умрешь сегодня. Да, вот это вот жопа. Жопа так жопа. Так, не сможем это, да, мы объединиться, ну ладно. Да, печалька, печалька. Минус one stack, ну ничего. В Риморуме интересно, как дела. Да я думаю, тут Велисарий, наверное, один справится. Ладно, в любом случае, мы сейчас все равно до Тромора мы будем доходить. Отомстим, если уж нас даже и убьют, если нас чпокнут. Ничего страшного. Сейчас сразу в несколько направлений, короче говоря, пойдем.
Еще. Окружить нас решили, люблю. Так, кто у нас тут элитные, сука, франкские мечники? Хрена себе. Ну как сурово-то, ребят. Сурово, сурово, сурово. Так, ну-ка, у нас, ну у нас два стека, в принципе, так. У нас тоже есть анагры. И тоже элитные ребятки. Так, антисигнаны. Ну что, давайте попробуем сразиться. Под Парижем как раз все это дело будет происходить. Блин, ну раз мы уже встречаем элитных мечников, то да, это сейчас будет, конечно, очень опасно. О, благо вот этот вот Хельмфрид, да, он уже, смотрите, мы уже почти у них как раз уничтожили пехоту, их тут мало осталось, то есть особой угрозы они представлять не будут. Херачим. Херачим, друзья мои, вдаль дороги. Так, я думаю, выстоим. Опять же, все время от обороны сейчас поигрываем, да? Алдека ведет в бой своих орлов. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. У нас тоже, ребят, не лыком шиты. Так, вот мне наши сливки общества антисигнаны. Элита, скажем так. Так, а второй зайдет с тыла, да? Ну, давайте тогда на возвышенности поставим своих. Хотя, в принципе, сейчас можно самому пойти в атаку, по сути своей. Так, ну тут у нас еще надо иметь в виду, что у нас тут анагры. Анагры, блин, они очень медленные. Так, ну, будем охранять. Давайте тогда так поставим. О, блин, у нас тут даже конные разведчики еще остались. Шикардос. Шикардос просто. Так, ну что, тогда идем в походном режиме. Встречаем там гостей, короче говоря. Добрая весть! Подошли свежие силы! Хватит уже коробочкой играться, надо идти. Сейчас попробуем их с двух сторон закрыть. Так, давайте скутатики, все остальные, ребят. Сука! Так, ясно, понятно. Круто, круто, круто. Продолжают радовать нас. Продолжают. Так, надо тогда сейчас опять делать коробочку. Шикардос, шикардос. Только я хотел отойти от коробочки, как на тебе. Куда? Куда, тямыч? Конечно, конечно, еще коробочка нужна, ведь ее корона бабай. Так, тогда переставляемся, да? О, боже мой, задолбали. Так, стоп. Так, и давайте тогда анагры, что ли, не знаю, вот сюда вот их тогда переставим как-то. Так, тут у нас антисигнаны. Так, и давайте вот так вот. Proud sons of Rome.
Боже мой. Так, все, да, встаем. Так, чуваки, дайте фигарим. Че они такие, блин, эти? Французский полковой здесь такой, понимаете ли, там из себя корчит, блин. Дайте прямой наводкой херачим. Прямой наводкой, ребят. Так, ладно, ок. Далее, че у нас тут? Так, надо с этими ребятками еще что-то делать. Ну, надо тоже поближе вот сюда вот. К своим... Блин, короче, вас вот сюда вот надо. Ну и... Блин, знаете, они так ленно идут просто, что я прям в шоке. И чё дальше, ребят? Враги напали на полководца! Вот мазила, а. Где кто напал на кого? А, это полководец у нас. Типа как оказывается, да? Так, ну-ну. Так, сколько у нас тут коней? Так, конные разбойники. Ну-ка, давайте-ка пока что патрулим, ребят. Так, здесь коней посылаем на, для того, чтобы вырубить анагры. Херачиваем. Их полководец убит. Отлично. Ну хоть что-то радует. Так, этим заходим в Толяку. Так, отлично, сдохла, падла, отлично, замечательно. Только вот, блин, с буцелариями все очень плохо. Так, шмаляем, шмаляем, шмаляем. Так, антисигнаны, антисигнаны. Давайте. Так, идем, 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 не останавливаемся. Сейчас в Толяку зайдем пехтуре. Мы обнаружили засаду врага. Блин, что, с куда-то так просто разделывают на раз-два, что ли? Позор, позор, позор.
Так. Так, здесь продолжаем троллить. Так, уходим, уходим, уходим. Так, на полководца давайте. Сагрим сейчас. Возвращаемся. Так, тут сейчас сделаем такой кружочек. Кружочек престижа, как я это называю. Так, тут забили, шикарно. Все, сейчас, сейчас они будут в ловушке. Так, надо вот этот вот отрядик тогда сейчас по-быстрому вот сюда вот позвать. Так, все, чарж пошел. Херачьте главного. Наши люди сломлены, они бегут. Так, давайте тут Сакро-Франциску, вот этих вот стальных. Сейчас вам веселье устроим, блин. Так, своих только не херачьте. Теперь на них. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Так, пикинеры, о-о-о-о, дайте, дайте, зерграш, мать твою. Так, стреляемся. Сломлены, они бегут. Сейчас, 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 ребят, сейчас все будет. Так, скауты, все, давайте по лучникам пройдемся. Держится козлина, а? О, а тут, блин, мы опять на Сакру Французскую наперлись. Блин, везде кони мешают. Сучки, а? Ладно, ща прогоним. Падали это все. Отсюда. Так, все, отлично. Сейчас все будет скоро. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Так, блин, дайте нам забить вот эту мразь. Судеку или как кто там, Аудека, как тебя там зовут? Скотиняка, блин. Блин, элитные францкие мечники. Вот это, конечно, блин, ребят, неприятные крайне. Или, блин. Так, все, надо разогнать этих скотин. Так, ну это еще не конец. Сейчас еще тут подмога идет. Кони, блин. Да, элитка это уже ощутимо. Беспредел уже полный начался. Что самое интересное, анагры уже, знаете, боятся уже идти нападать. Да забейте их уже к чертовой матери. Элита, блин.
Да, но вот это уже тяжко, вот если честно. Уже чё-то как-то тяжко уже все идет. Так, я, знаете, я сейчас думаю, зря мы, наверное, сейчас разделились, блин, потому что нас потихоньку по одному начинают уже изничтожать. Это не есть глух. Давай. Фигарим со всех сторон. Так, все, анагры уже нас боятся, отлично. Так, отправляем туда. Вас на трофейчики. Так, все, давайте встречаем, короче, конницу. Встречаем конницу, ребят. Удача на нашей стороне. Так, стоим-с. Давай, все, ждем. Прям на пике давайте, да. Все как мы любим, короче. Все как мы любим. Все на пике, всех на сервелат, всех на мясо. Пытаются спастись бегство. Правда, все равно сломились, скотины. Ну ладно, сейчас, я думаю, все равно их победим. Дротиками просто тупо закидаем, вот и все. Так, а полководец нашего, давайте их. Фоти, блин. Фоти у нас уже орденоносный парень, смотрите, блин, уже сколько битв. Все, последний сейчас. Последняя Сакра-Франциско сейчас сдастся, и все. Это победа. Да, как же они заколебали уже эти франки, блин, гребаные. Так, у нас от антисигнанов хоть что-нибудь осталось? На удивление осталось, да, посмотрите. Сколько набили, интересно. 117-84, ну не так уж и много, но тем не менее. Да. Такой батхер просто. Так, наемный отряд, это все фигня. Да, блин, сколько мы тут положили, блин, тоже. И сколько наших положили. Но я что-то сначала удивился, я на миникарте не увидел, что еще сзади, блин, будут наступать. Но, тем не менее, превозмогли. Но сейчас надо в подполье, блин, уйти. Куда-нибудь подальше. На, действительно, really hard win. Really hard win. А что самое интересное, элитных-то мечников мы почти всех вынесли у Аудеки. Пригорел, так пригорело, блин. Жесть. Так. Пойдите-ка вы, ребята, в жопень. Отсюда нафиг. Вы тут ничего не добьетесь абсолютно. Ублюдки. А, ну вот и к нам пришли в гости. Ну тут явно без вариантов уже. Тут сами видите. Блин, но тем не менее я сам поведу избранных к поражению. Все-таки пусть Гонорат, он, скажем так, искупит свою вину своей же жопой. То, что осталось от нас, поэтому да.
Давай, короче, искупай гонорар, ты, по крайней мере, помрешь как мужчина. Самый настоящий. Блин, 3 битвы за серию, это просто жесть какая-то. Да уж, да уж. Ну, вы им, блин, даете. Тут даже коробочку не сделаешь, как надо, блин. Да, гонорат про... Да, он профукал все свои пулемеры. But not true man. Давай, не говори, давай, Дилс. But do not be fooled. Be wary and be prepared. Мы пойдем на смерть. Давай. Да, потому что за то, что ты сделал в прошлый раз, блин, поставил в прямом смысле слова жопой, да? Жопой свои войска к противнику, это, знаешь, это даже... Это не смыть даже там какими-то делами, это смывается только смертью, гонорат, поэтому давай. Ты сейчас должен смыть позор только смертью. И никак иначе. Попробуйте унести как можно больше жертв. Поставил жопы, говорит, свои войска, ну вообще. Блин, вы чё такие ущербные-то? Давайте стреляйте уже. Quick march! Его! Так, ну тогда обходим чё. Так, обстрел. Так, лишим их анагра, Да, дефенсив. Все, давай. Поехали. Так, ну разбойники сейчас по жопе пойдут. И пытаются спастись бегством. Так, Карл пошел, да, на нас? Карл, значит. Все, отлично. Карл, ну где же ты, Карл? Пошлите теперь пикинеров. Враг собирается силами. На пикинеров, так. А теперь охотников. Так, ладно, Карл, я все понял, Карл, давай-ка уйдем отсюда, Карл. Надо же реабилитироваться как-то, правильно? Ну давай. Враги сразили нашего полка. Наши люди козлина. Бегут, спасая свою шкуру. Ни хрена не может. А ты откуда пришел, скотина? Ну все, теперь нам точно капец. Теперь можно попробовать вынести Андику, например. Тяжелым выстрелом, да? Понятно все, понятно. Ребята у нас инвалиды, поэтому понятно, да. Все ясно. Да, действительно, ущербная армия, да.
Она должна умереть. Только вот у нас конные лучники, более-менее, ребятки, должны быть нормально, адекватно. Стреляемся. Стараемся лучниками что-нибудь сделать тогда. Так, 157 вес, сколько еще давайте. Стреляемся. О, пошло добро. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Давайте еще. Хоть гипотоксаты на что-то будут способны. Уже хоть меня это радует. Но сейчас до нас доберутся. Потому что на ходу, блин, мы стрелять вроде как не умеем, гипотоксаты, да? Еще нас германский пикнер-то накернет. Судя по всему. Да, тем более они у нас тупят. Любят тупить. Ладно, ребят, все. Давайте, не мучьте себя. Не мучьте себя. Пошли. Но все равно ни хрена не сможете уже сделать. Все. Ну, что смогли, то ребят сделали. Что ж теперь-то? Наши люди сломлены, они бегут. Ну, несколько отрядов у них хоть и вынесли. И то радостно. В частности, Анагры, например. Да, самая у нас что-то боевая серия получилась. Опять, самые большие молодцы, это именно гипотоксаты. Все, минус один стык. Нет, еще не все, обалдеть. Ну, наверное, сейчас уж нас добьют, сейчас из жопы какой-нибудь третий стык сейчас выйдет, не? А, не, удивительно прям даже, что не вышел. Так, ладно, надо сейчас обратно воссоединяться, короче говоря. Сейчас у нас Велисарий там отдаленный город возьмет. Пока что на переобучение, на перепополнение. Блин, я уже боюсь кого-то уже высылать, потому что он помрет все равно. Империи высшей. Охренеть. Кто у нас там колебания? Ноль. И что это значит? Так, пока персонаж ранен, он не может принимать... А, о, блин, как. Так, и, блин, Фарас из Геркулии, Йокрана Бабай, слушайте. Блин, у нас что, у нас типа восстание грозит или как? Давайте пока верность обеспечим, насколько можем. Щиты один, господи. Ага, то есть у нас получается, у нас начинают появляться мятежные армии. Никогда этого не допускал, но вот сами как видите, вот теперь вот такая вот жопа появилась. Знаете что, давайте, наверное, все. Распускаем вас всех. И это не дело. Так, и он теперь, типа, это кто такой? Это Назар Симах, тысячник? Ага. Интересные дела творятся у нас с вами. Блин, а тут зима уже идет, твою мать. Ладно, короче, идем до Риморума.
Все, воссоединяем все земли на севере. Все, и у нас получается вот такой вот анклавик. Окружены ребята со всех сторон. Так, теперь нам что надо сделать? Сейчас будет разбить вот этих вот, во-первых, ребят. И пока что перезимовать на севере, чтобы до нас никто не добрался. Вот что сейчас мы будем делать. Восполнять войска также будем. Так, надеюсь, что никто не дойдет до нас. Очень сильно это надеюсь. Так, ну вроде так. Да, вот такие вот интересные дела у нас тут под конец серии случились. Мятежная армия, блин, появилась. Потому что какая... Ёкарный бабай, да чё за херня? Ты чё за бред вообще? Пари, Конан из Константинополя? А, бля! А, ну ладно, ничего с... Блин, короче, ладно, что-то я уже туплю с этими восстаниями, блин, надо всех резать к херам собачьим, блин. Так, короче. Режем Олимпиада Тора, режем Фараса, блин, режем вообще всех нахер. Что-то у нас уже какой-то беспредел уже потихоньку начался. Даже интересно будет посмотреть, что будет дальше. У нас уже какой-то раскол, блин, внутри... В своей фракции пошел, и это не есть гуд. Надо всех мятежников нахер резать. Ой, да, интересные дела, блин, короче говоря, под конец прохождения у нас с вами будут. Поэтому оставайтесь с нами. Это еще, ребят, не конец. То, блин, надо сейчас еще, помимо теперь франков с бургундами, надо еще воевать внутри своей фракции, блин. Уничтожать смутьянов, всех убивать. Никого живых не оставляйте. Ладно, всем спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч. Мясо еще впереди.